Привет всем, меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал. И сегодня в этом видео меня будет очень-очень мало, преимущественно будет Джереми. Он будет вас учить китайскому языку. Джереми — это китаец, который будет видео сейчас пойдет. В общем, поехали. Привет! Здесь, в Китае, это самые популярные слова. Бао-бао — это детка. Если ты хочу сказать «я устал», ты можешь сказать «бао-бао лей ля», «я устал». Я хочу спать. Бао-бао хочет спать. Бао-бао это детка. Детка. Детка, да? Да. Это очень популярный, как китайские люди говорят. Ты можешь сказать, ты хочешь спать, как говоришь? Я? Да. По-китайски? Да. Это бао-бао. Это идет, это слово. Бао-бао хочет спать. А, да. Молодец. Отлично. Женя. Как сказать это слово? Бао-бао. 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 Отлично. А ты? Бао-бао. Бао-бао. Да. Я бао-бао. Я хочу гулять. 我想散步. Я бао-бао. Окей, это другое слово. Если у меня есть разговор с китайскими людьми, ты не понимаешь, как сказать я не понял. Это «听不懂». Я не понимаю, «听不懂». Тим Будон. Тим Будон. Тим Будон. Тим Будон. Окей. This is the... Это сегодня уроки. Не забудь это слово. Хорошо? Отрицаю. Окей, еще раз. Ты говоришь? Тим Будон. Тим Будон. Окей. Да, кстати, я оставил ссылку на канал Джереми в описании. Вы можете туда перейти в любое время, посмотреть. Также у него есть Инстаграм. Это китаец, который самостоятельно выучил русский язык. Я поражаюсь как, потому что я находясь здесь в Китае, я даже пару слов на китайском я до сих пор связать не могу. Привет! Здесь в Китае. Ты знаешь, как говоришь по-китайски «доброе утро»? Да. Цао-шан-хао. Классно! Хороший акцент. Китайские люди думают, что ты китаец. Китаянка. Окей. А ты? Цао-шан-хао. Цао-шан-хао. Классно. Молодец. И как говоришь «добрый день»? Цунг-у-хао. 中午好 классно. И как говоришь добрый вечер? Ты не знаешь? Ты говоришь? 晚上好 да. Это сегодня уроки. Окей, я Джереми. До свидания. Пока. Привет, здесь в Китае. Я Джереми, меня зовут Джереми, я из Владивостока. Ну, это сутка. Как сказать сутка по-китайски? Кайвангсяо. You can repeat after me. Кайвангсяо, да. Кайвангсяо. Да. Очень много не иностранцы любят сутка. Потом ты можешь сказать очень много сутка в Китае. Кайвангсяо, сутка. Еще раз. Кайвангсяо. Да. Молодец. Окей, это сегодня уроки. Меня зовут Джереми. Пока. Бай-бай. Успокойте китайца. Джереми. Джереми, фу. Last one. Очень Джереми, фу. Джереми, фу. No, еще нет. Еще раз. Знаешь? Так. Добрый день, я Джереми. И сегодня у вас... Ты не Джереми, не надо знать. Привет, братишка, девочки. Сегодня мы будем учить обычные слова. Это первое слово. Ни хао. Это привет. Здравствуйте. Ни хао. Как говоришь? Ни хао. Ни хао. И ты? Ни хао, Джереми. Очень приятно. Как сказать очень приятно? Это хэн зонг синг. Хэн зонг синг. Ты? Хэн... 荣幸? 다, 很荣幸, 에다, 오칭시야, 나, 오칭시야, 무인바스나코니짱이각스가자스다스비다니아바키타이스키왓再见再见에다다스비다니아이드로고이오칭보빌의뉴슬로바에다바이바이바이바이에다 is 앙글리시키슬로바노에다슬로바이도오칭하라쇼프기타예가시딘젠리오시에프시다스가자스바이바이오케이에다스보니아기타스키우러키Bye-bye! Привет! Здесь, в Китае. Ты знаешь, в Китае погода очень плохо, как в Гуанчжоу. Каждый день очень жарко.
Ну, как сказать погода по-китайски? Business? 天气. 天气, да. 天气 это погода. 天气. 天气. А, да, классно. И как сказать очень жарко? А, очень жарко. Я хочу жить в другой город. Очень жарко. Как сказать очень жарко? 很热，你读没是欧青家的卡夫观众念的？很热，很热，马来西亚的很热，很热。也是你的必须，咖喱吃饭的，咖喱吃多久？很热。欧青咖喱吃的莫就是卡扎吃，爱达斯罗瓦多久？很热，很热。嗯，马来西亚，一开始卡扎吃欧青好冷呐。So hot. 啊，对，很冷，很冷，对。So cold. 欧气好冷呐，很冷。很冷。很冷。很冷。很冷。对对，马达杰斯。一，开始听见，多热，欧气闷热噶，不管怎样，多是下雨。下雨。对，这边的那边才下雨。那能闷。那能闷呐？啊，这边的那边才多热。Не жарко. Не жарко, да? Когда дождь, не жарко. А, классно, дождь. Дождь. Сяюшь его. Я хочу, как сидинчен, дождь. Сяюю. 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 А, да, классно. Сяюю. Окей, это сегодня уроки. Я Джереми. Бай-бай. Бай-бай. Anybody, welcome to China. Окей. Чё всё так замолчали, я не пойму, чё началось-то? Мы на камеру снимаем. Давай рычи. Хочешь, чтобы я спела? Давай, ры. Я не спела, давай пока, ты лучше. Я жду, пока ты песен ещё не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Пробой. В городе мне жить. Взгляни на меня.
ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, то дай огня. Вот так. Ура! Да, да, можно. Ну, в общем, вот такое вот видео получилось. Оно получилось довольно-таки длинным, но наверняка какая-то польза в нем есть. Джереми забавно, конечно, китаец. С ним иногда весело. Ну, в общем, если у вас есть вопросы, то оставляйте в комментариях. И подписывайтесь, если не подписаны. Всем хорошего дня!